Привет, друзья мои! Но сегодня, как вы поняли, будет очень интересный выпуск. Как всегда, извечный вопрос, а что же круче? Ламповый усилитель или гитарный процессор цифровой? Конечно, ответ на этот вопрос многие из вас знают. И я вам сразу скажу, что круче ламповый усилитель. Настоящая ламповая голова, она есть, была и будет, и ничто ее, к сожалению, не заменит. Вот. Но все же мы сегодня попробуем, послушаем. Правда, не так много времени у меня сегодня по работе, там очень много дел, вот, но все же я вам успею вкратце передать свои ощущения и рассказать, в чем же все-таки вот принципиальная разница, скажем так. Многих это же все-таки в нюансах, в аспектах, в деталях этих вопросов, как всегда, всех интересует, поэтому я постараюсь вот вам объяснить на собственных ощущениях. Несколько дней назад я, как это говорится, немножко приуныл, загрустил, как это, да, известный персонаж говорит, приуныл. Вот, совсем соскучился по ламповому звуку. Думаю, дай-ка я возьму, съезжу к своему хорошему товарищу, что-нибудь ламповое поиграю. Он мне, конечно, там много чего нагрузил. Он дал мне, во-первых, Ярасова Гаврош комбик, да, от которого я вот никогда не пользовался, не встречал. Но, честно говоря, он меня поразил. Такой малышок, а так приятно звучит, и перегруз на нем более-менее. Так что для, как сказать, для тех, кто только начинает, стартует и хочет что-то ламповое купить, вот рекомендую. Лично мне понравилось, не знаю, как там другим. Взял я также у него вот этот вот кастомный ASG Custom голову под названием Бензол. Это по мотивам дизеля, я так понял. Немножечко ее погонял. Звучит достойно, прикольно, но звук, как говорится, не мой. И третью вещь, которую он мне дал, это RNR Solo. Я думаю, в представлении тоже не нуждается, что это за усилочек. В рэковом исполнении 50-ваттный звучит, ну, просто отпадно. Вот по моему ощущению, причем еще когда, вот, как говорится, наскучило вот это вот ламповое, и как в том ролике «Ламповая голова, дай поиграть». Честно говоря, ворвался первый день прям вот, ну, не мог оторваться, настолько сочный, приятный звук, аж прям вот, ну, хочется играть и играть и играть. Сегодня все это дело будем гонять через FM3, то есть полностью усилитель мощности через loadbox, раскачанный, все как положено. Я буду заводить в FM3 в input 2, в нем я буду все, естественно, отключать, в цепочке будет оставаться только кабинет, ну и там какие-то эффекты. Вот. И, конечно, сравнивать будем также с обычной нормальной петлей, где у него будет там встроенный усилитель. Сразу вам хочу сказать, что вот накануне я, когда столько, как сказать, времени был перерыв, я не использовал FM3, я его включил и как раз на контрасте с ламповым усилком поиграл, что-то как-то звучит, вот помнил, что все эти многочисленные перепрошивки, там, бета-версии, я, конечно, делал там сбросы, но делал сбросы, как я вам говорил, усилителей. Чисто вот в пресетах, да, или там в настройках. Полез на форум, стал читать. Оказывается, там рекомендуют вообще после всех вот этих вот обновлений, экспериментов делать системный сброс. Есть там такая настройка в утилитах. То есть, это делается с меню непосредственно на FM3. Заходите в сетап, выбираете там утилитес, будет там Global, по-моему, Settings, если я сейчас не путаю. Но найдете там несложно. И будет там Reset All System Preference, как-то вот так это называется. Это, конечно, сбросит все настройки вообще, которые у него есть. То есть сбросится там MIDI-сообщение, работа с контроллером. Поэтому, если для вас так важно, вы там мучились, настраивались, сделайте это себе бэкап отдельно вот этих вот всех настроек, потом восстановите. Но надо сказать, что, как и было написано на сайте по описанию, что в системных настройках очень много всего хранится. Да и я сам, как программист, вам говорю, что обычно от версии к версии все вот эти вот переходные заплатки где-то вот это кидаешь в настройки, какой-то вот там файлик такой вот переходный, чтобы вот одно с другим работало. И, конечно, я понимаю, что там может вообще, сколько мусора может там находиться. И действительно помогу. Я сбросил настройки. Блин, он зазвучал вообще абсолютно по-другому. Чистейший звук, очень близко похож к ламповому звучанию и по характеру. Конечно, по ощущениям, ну, не дотягивает цифра, но очень-очень близко, особенно вот эта вот последняя прошивка, прям вот, ну, характерно, то есть, и заводится также все. Ну, то есть, это вот все эти нюансы ламповые. Ну, единственное, конечно, все-таки какая-то магия происходит вот в этом вот трансформаторе, когда это нагружено, когда переключаешься на
Усилок, то, конечно, вот этот вот низ такой вот тягучий. Хочется играть, еще раз говорю, это вот такие ощущения, конечно, когда переключаешься на лампу, она ни с чем не сравнима. Все, давайте болтать не буду, времени, как еще сказал, ограничено. Сейчас сразу попробую. У этого усилка есть возможность переключаться между 15 ваттами и 50. Я вам скажу, что даже при переключении, вот, скажем, от малой громкости к большей, и то чувствуется разница. Через YouTube, конечно, ее не передать, она чувствуется, вот, как говорю, на кончиках пальцев, но даже это очень сильно влияет. И я попробовал записываться с этим усилителем через преамп. То есть у него есть функция преамп с выхода. Вот, сейчас вам тоже это дело включу, чтобы вы понимали. То есть, в общих чертах звучит не сказать, что там плохо, да, хорошо звучит, но это другой уже звук. То есть, без оконечника, поэтому те, кто как бы вот интересуется звукозаписью, я в свое время тоже такие вот эксперименты делал, как сказать, думают, что вот хороший преамп, и все, и больше ничего не нужно. Нет, это, конечно, хороший вариант, да, по отношению, там, по сравнению с каким-нибудь плагином. Но все-таки, когда вы будете гнать реальную ламповую башку через вот LoadBox, или же там через кабинет записывать, но я думаю, что не у всех такие есть условия, особенно дома там, да, вот, конечно, LoadBox это выход. Хотя LoadBox очень сильно портит звук, это прям вот ощутимо. Я ничего не буду говорить про вот этот вот ASG Custom, тут как бы у меня не с чем сравнить. Вот. Но то, что когда переключаешься между кабинетом и аттенюацией, конечно же, все ну, сразу ощущается, что он прям вот, ну, вносит нехорошие дела в звук, скажем так. Вот. Сейчас я выключу дилей, чтобы он не мешался. И ревер. В этом пресете я попытался что-то там подкрутить другими средствами, там грелочку поставил еще, чтобы вот насытить чуть-чуть низ. Когда все-таки на контрасте ты слушаешь, ты можешь вот, как говорится, быстро что-то подстраивать. Я не знаю, конечно, насколько получилось, но это надо сидеть долго. Сейчас у меня для этого времени нет. Вот что сейчас звучало? FM3 или усилок? Хотя, конечно, сразу видно, что в усилитель ничего не вставлено. А я сейчас вставлю. Переключимся на input. Поняли, в чем разница? То есть еще более насыщенный низ. То есть прям совсем. Причем в этом усилке запас гейна, ну, просто дурной. Я не знаю, я уже вот... Сейчас я поставил где-то вот примерно на 30%. Как говорит Ола Энгланд, this is a chuck.
Чак-чак. Ну что, друзья мои, на сегодня все. К сожалению, надо бежать. Вот. Я бы, конечно, хотел бы побольше посидеть с вами, поиграть. Но я думаю, что многим из вас и так понятно, что FM3 не так далеко, как говорится, отстает от лампового усилителя. Хотя, конечно же, не скрою, что еще раз скажу. Ламповая голова есть ламповая голова. А если эта ламповая голова звучит в настоящий живой кабинет, то это вообще вне всяких там мониторов, какими бы хорошие они там не были. Вот. Так что здесь надо, понимаете, как подразделять звук, наверное, на тот, на концертный, да, и на студийный, я бы так сказал. Вот. Да и, наверное, третий еще есть просто поиграть, потому что они тоже всегда будут отличаться. Пишите, друзья мои, у кого какие вопросы еще остались, может быть, я что-то тут упустил такое очень важное. Да, кстати говоря, по коммутации, вот что не сказал, давайте, это очень важный момент. Сейчас я гитарку поставлю. Значит, в плане коммутации FM3 достаточно такой универсальный. То есть, я попробовал различные варианты подключений. Вот, самые замороченные подключения четырьмя кабелями я не стал делать, потому что в этом случае, ну, вообще все, как говорится, ресурсы у него заняты. Я считаю, что это абсолютно неоправданно и нет никакого смысла. Самый простой метод гнать FM3 через усилитель, это нужно войти в ретерн усилителя. Тогда вам нужно будет просто-напросто в настройках, вот как я вам показывал, в Global, не в Global, а просто в сетапе, отключить эмуляцию конечника. Там есть Amp On. Вот, и, естественно, усилитель ламповый, конечно, куда он будет идти? Он будет идти в кабинет. Вот. То есть вам нужно еще будет отключить эмуляцию кабинетов. Вот, там тоже есть для этого настройка. Но это просто вот открываете сетап. Если кто-то вообще туда не заходил, то хотя бы один раз загляните. Вот. Можно использовать, ну давайте вот еще забыл, преамп же вам обещал показать преамп. Сейчас, секунду. И давайте быстренько обратно в лот, в лотбокс. Но я думаю, разница очевидна и слышна прям сразу. То есть, звук кардинально разный с преампа и непосредственно с оконечника. Так что, друзья мои, на сегодня все. Не забывайте писать комментарии. Спасибо большое всем тем, кто их пишет регулярно. Как говорится, не ленится, не забывает. Я очень вам признателен, ребят. Вот, иногда очень много полезного. И, как еще раз говорю, это помогает не только мне. Вот, за теплые добрые слова в мой адрес, конечно, это отдельное. Спасибо. Я вам практически всегда всем ставлю сердечко, если я комментарий прочитал и полностью 100% с ним согласен. Так что, друзья мои, всем хорошего настроения. Как говорится, до скорого. Увидимся. Пишите. Пока.